необычная закуска на ваш праздничный стол. Выглядят грибочки на столе очень красиво. Вкус грибов, благодаря сыру, получается необычным и аппетитным. Список ингредиентов в конце видео. 1. Промыть грибы и отделить шляпки от ножек. Для основы оставить 150-200 грамм грибов, посолить их и перемешать, сложить в отдельную посуду. 2. Противень смазать маслом и выложить на него шляпки грибов. На дно противня налить немного горячей воды, разогреть духовку до 200 градусов и запекать грибы 10 минут. 3. Оставшиеся грибы и ножки от грибов нужно порезать на мелкие кусочки, порезать лук на мелкие кубики, грибы выложить в сковородку и, мешая, варить на медленном огне, пока вся жидкость не испарится, добавить теперь немного масла, резанный лук и обжарить до готовности. 4. Отдельно сыр натрите на мелкой терке, жареные грибы, майонез и половину сыра перемешать, добавить пару столовых ложек вина и приправы по вкусу. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Шляпки грибов вытащить из духовки и начинить их приготовленной начинкой, обсыпать сверху оставшимся сыром, поставить шляпки с начинкой обратно в духовку и запекать, пока сыр не расплавится и запечется в виде румяной корочки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Шампиньоны 700 грамм, твердый сыр 100 грамм, лук 1 штука, растительное масло по вкусу для жарки, майонез по вкусу, соль, перец по вкусу, сухое белое вино по вкусу, количество порций 8-10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До встречи на канале!